Що означає такий візит Лукашенка до Сі Цзіньпіня? Це більше чиї інтереси мав би відстоювати президент Білорусі? Свої? Чи дійсно він там би говорив про Путіна і просив би щось за Росію? Ні, він про свої інтереси, боже. Йому це Росія, знаєте, якщо б у нього був шанс стати царем на Росії, тоді б в цьому був би смисл. А раз ні, то він при Єльцині надіявся. Тогда ему хитрый номенклатурщик Ельцин пообещал, что типа это самое, вот ты вот такой молодой, талантливый, быть тебе моим преемником. Ну, Ельцин же не признался, что он еще минимум 25 человек, он такое сказал. Ну, а наш молодой, да, перспективный, решил, что да, он на самом деле единственный перспективный. И поэтому без оглядки подписывал этот союзный договор с Россией, ни о чем не думая, потому что у него уже мечталось вот о кресле Ельцина. Понимаете? А после того, как появился Путин, для Лукашенко, в общем, за какой-то период он еще попробовал работать внутри России, как бы были прямые горизонтальные контакты, целые журналистские туры они устраивали, выезжали и собирали с кучей журналистов именно по регионам российским, но на каком-то этапе, когда, в общем-то, рейтинг Лукашенко внутри России начал расти, то, в общем-то, администрация Путина все это дело быстренько прикрыла. Поэтому сейчас, в общем-то, нужно понимать, что Лукашенко поехал чисто, в общем-то, отстаивать свои интересы, ну и сохранять, извините, свою филейку. Потому что вопрос, в общем-то, достаточно жестко стоит. А вы же видите, Путин его уже окончательно поджал. То есть у Лукашенко практически не осталось никакого, скажем так, не то что сектора для маневра, а уже коридора и того, в общем-то, не особо-то осталось. Ну и, по сути, мы можем с вами говорить честно о том, что Беларусь практически оккупирована. Единственная проблема Путина – это сам Лукашенко. Вот он не знает, куда его деть. Так, чтобы это более-менее, в общем-то, прошло более-менее мирно, он, честно, вот у него такая проблема. А Лукашенко, естественно, видя, что у того, кого он, скажем так, использовал, как, ну, говоря на жаргоне, как крышу он использовал раньше Путина, то, что он видит, что эта крыша начала, собственно говоря, протекать и рушиться, то нужно срочно перебегать, в общем-то, под какую-то, в общем-то, другую крышу. А почему он так был настойчив по поводу визита именно в Пекин? В белорусском медиа уже смеялись, что китайскому послу уже пора уже отдельный кабинет выделить для того, чтобы его постоянно не дергать туда-сюда. Потому что они очень долго и настойчиво просили об этой встрече. И чуть ли не еженедельные консультации проводились в белорусском МИДе, вызывали китайского посла. Ну, в конце концов, им все-таки удалось его уговорить. То есть визит, да, состоялся. Более того, есть подозрение, что визит состоялся даже немножко раньше запланированного, потому что Лукашенко со своей, в общем-то, ну, бездарной внешней политикой умудрился поссориться с Польшей, с Литвой, то есть с нашими ближайшими соседями. А нужно понимать, что как раз Беларусь для Китая цена только как транспортный хаб. То есть ворота на запад. Все. Это единственная ценность наша. А здесь Лукашенко умудрился, поругавшись с поляками до такой степени, что они закрыли один самый железнодорожный переезд. Ну и, в общем-то, угрожают, в общем-то, полностью остановить движение между Белоруссией и Европой железнодорожное. А первый, кто от этого, в общем-то, понесет большие убытки, это Китай. Вот им и весь секрет. То есть посмотрим, если сейчас Лукашенко вернется и сразу, в общем-то, начнет освобождать это самое. Там проблема в том, что Лукашенко постоянно преследует Союз поляков в Беларуси. То есть он посадил этого журналиста Анджея Почобута, он его посадил в тюрьму, там ему, по-моему, 8 лет дали. Ну и руководительница Союза поляков белорусского, это самая Анжелика Борис, она тоже под домашним арестом. То есть поляки, в общем-то, решительно заступаются как бы за свою диаспору. Ну а Лукашенко считал, что все это игры такие, которые, в общем-то, ну подумаешь, он же вершитель судьи, показалось не совсем все так просто. То есть суммируя, мы с вами понимаем, что Лукашенко поехал, во-первых, менять крышу, то есть проситься под крышу Китая. Он понимает, что Россия уже не обеспечит ни тот нужный объем денег, ни, собственно говоря, в общем-то, он видит, что как продвигается российская это СВО, да? Спецоперация, как они это называют. Так звано специально. Да. Он же видит, и он, в общем-то,
при всей, скажем так, советскости его мозга, которая, в общем-то, раньше не допускала, что Россия может проиграть, они считали, что Россия может просто мясом завалить. На сегодняшний день уже даже Лукашенко понимает, что, в общем-то, все может закончиться плачевно для Путина. Поэтому нужно срочно, в общем-то, это самое, искать, кому прилепиться другому. Естественно, ну, навряд ли он рассчитывает на то, что Китай, в общем-то, также будет давать кредиты, потому что Китай, в отличие от России, он, если давал кредит под строительство какого-то комбината, то он, опять же, выдавал это и свою материально-техническую базу, и в том числе это был связанный кредит, то есть он, это самое, вплоть до работников завозились свои китайские. То есть, естественно, в это направление он навряд ли как бы так ожидает от Китая больших поступлений денежных, но опять-таки от Китая основное, что требуется, это чтобы Китай выступил гарантом, скажем так, не поглощения Беларуси Россией. Потому что, напомню, Беларусь это единственная страна, которая постоянно настойчиво просится в ШОС, Шанхайскую организацию сотрудничества. Там, напомню, что все именно, да, все из Азии, кроме Беларуси. Беларусь – это единственная европейская страна. И вот по линии ШОС они как бы это самое постоянно имеют контакты с китайцами. И, в общем-то, есть подозрение, что именно Китай Лукашенко будет просить о заступиться перед Россией за него. Що ж, цікаво, дивіться. А от оцю тезу, яку зараз хочуть узміти, тому що дуже мало інформації є про те, про що говорили власне Лукашенко Сі Цзіньпінь, але всі пишуть, що Лукашенко сказав, що він повністю підтримує мирний план Китаю щодо війни Росії проти України. Але ми знаємо разом з тим, що в Росії неоднозначно до цього мирного плану віднеслись. Там Пісков прокоментував, що, мовляв, він може, має місце бути, але до цього з великою увагою власне в Кремлі поставляться, тому і заявили, що вони будуть продовжувати власне війну і йти до кінця, як сказав Пісков. Чи означає це, що Лукашенко так собі таким чином трошечки пішов проти Путіна? Чи є це свідченням того? Ну, это есть свидетельством того, что Лукашенко преследует свои цели. Плюс к этому ему еще хотелось поиграться на поле миротворца. Не зря же, если вспомнить, у нас эти переговорная площадка Минск-1, Минск-2. То есть Лукашенко понравилась роль миротворца, и он бы в этой ситуации снова хотел занять такую же позицию. Второй вопрос, что, в общем-то, на это уже, видимо, не пойдет ни Украина, ни Россия, никто не пойдет. Но Лукашенко как бы предлагает, да, свои услуги настойчиво. То, что война ему категорически не нравится, он не чувствует себя, он же привык себя чувствовать хозяином на своем, ну, по крайней мере, на уверенном ему пространстве. Но при наличии российских войск он перестает себя таковым чувствовать. Они же ведь творят то, что хотят, а не то, что, в общем-то, они же не спрашивают его разрешения. Поэтому вот тот инцидент, который произошел, вроде бы мы не имеем прямых подтверждений о том, что якобы был поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения, который базировался под Минском. Это буквально аэродром Мачуриче, это 12 километров от Минска. То есть, ну, разумно расцениваю, что Лукашенко также в этом заинтересован. То есть, если раньше, ну вот мы допускаем, собственно говоря, ну, например, офис Тихановской сразу поднял шум, что это только благодаря там их действиям, их там смелым партизанам. Но мы как умные люди, мы же видим, в общем-то, что Украина сейчас, в общем-то, своими БПЛА, это самое, громит много российских объектов, и в том числе один из них, вполне возможно, это белорусский Мочулище. То есть они отрабатывали именно по российскому объекту. Поэтому Лукашенко теперь, да, будет иметь возможность показать Путину, что смотри, что тут твоя техника тоже уже вне опасности, поэтому вот забери, пожалуйста, чтобы, в общем-то, чего хуже не произошло. То есть я вполне не исключаю дальнейшего вот такого вот развития событий.